Рад приветствовать вас, наши дорогие подписчики. Хотелось бы сегодня вас познакомить с нашим очередным проектом. Находится он в Московской области, коттеджный поселок Олимп. Здесь мы производим внутреннюю отделку деревом. Дерево было на нашем производстве, были сделаны вот такие фальшбалки, отброшированные, крашеные, двухцветные, по каталогу «Зимней сказки». Соответственно, планкен, который также используется здесь, также был броширован и открашен в данный цвет. Здесь поработал уже дизайнер, это его вот такое желание. Хотелось обратить ваше внимание на данный тип покраски, то есть «Зимняя сказка». Это лофтовый вариант, то есть его часто используют дизайнеры. Он подходит к таким комбинированным отделкам, где есть отделка камнем, как вы видите сзади меня, да, здесь каминная зона, отделка металлом и, соответственно, теплый материал – это дерево. Вот его текстурируем и красим, получается шикарный вид. Наши технологи на производстве поработали над разными системами покраски, то есть было произведено огромный объем работы для того, чтобы найти ровно то, что требуется сейчас нашим дизайнерам. Заказчик обратился к нам, остановил свой выбор на нашей коллекции «Зимней сказки». Как вы сейчас видите на данном объекте, это очень гармоничный цвет, который был подобран, и в целом сама система покраски. Итак, друзья, мы не только делаем данную продукцию у нас на производстве, но и монтируем на объекте. И поэтому мы крутые, обращайтесь к нам. Вы не пожалеете, ребята, идите к нам. Хотите качественную, крутую отделку под ключ с гарантийными обязательствами? Звоните, обращайтесь, не медлите. Итак, хотите, чтобы Надувая Владимир приехал и быстренько, красиво, четко вам все сконструировал? Ребята, не откладывайте данное решение в долгий ящик. Звоните, у нас очередь, у нас очередь. А и надуваю на охоту, можешь свалить, да.